Всем привет, кто меня смотрит. В рамках курса Poker Pro записываю видеоотзыв. Это на 4-й неделе такое задание у нас — оставить видеоотзыв по курсу. И, в общем, нам дали вопросы, если мы не знаем, что говорить. Так что я буду читать. В общем, расскажите немного о себе, какие лимиты играл до курса и из-за чего решили посетить курс. Так, ну, в общем, я вообще музыкант, музыкой занимаюсь, да, музыку пишу. Покером решил заняться, потому что как бы своя работа достала, ищу себя в чем-то новом. Вот, до этого я не играл серьезно вообще, то есть иногда там раз, там, не знаю, в полгода я вспомню, что есть такая штука классная, как покер, сяду, поиграю чуть-чуть, так чисто побалуюсь. Вот, как бы знал только, ну, по сути, правила и максимум, там, в лучшем случае, типа, что есть такая штука, как ауты, где-то видео успел посмотреть, там, и все такое. Ну, то есть, как бы вообще играл без стратегии, без ничего, чисто по чуйке. Вот, баловался. Потом, вот сейчас возникло желание научиться и решил, как бы, сделать сразу по-серьезному. Ну, то есть, не катать в минус, а потом, типа, спохватиться, когда уже банкрола не будет, а решил заранее сначала пройти курс, а потом, собственно, садиться играть. Вот, и поэтому, как бы, опыта у меня никакого не было. Единственное, что, конечно, до курса я подучил какие-то правила, термины, кстати, которые тоже отправляют сразу же, как только, грубо говоря, там, курс будет оплачен или будет внесен какой-то залог, сразу отправляют материалы для обучения до начала курса, даже если вы новичок, то есть, как бы, есть возможность нормально подготовиться, чтобы не тупить уже во время курса и понимать вообще все, что там говорится. Вот, поэтому, да, какие лимиты играл, никакие не играл. Расскажите, как проходил курс, было ли сложно, как ты справлялся с домашними заданиями? Значит, я уделял на покер 4 часа в день, и было достаточно сложно, ну, поместиться в них, я имею в виду. То есть, 2 часа я катал. И, кстати, начиная со второй недели, то есть начиная со второй недели обучения, у нас обязательное задание — это катать минимум 2 часа. Вот, и, соответственно, 2 часа я катал, а 2 часа я занимался теорией, выполнял домашнее задание и так далее. То есть, в принципе, иногда приходилось задерживаться там до 5-6 часов, хотя как бы я не располагал этим временем, но понятно, что я хотел выполнять все домашние задания, поэтому задерживался. Поэтому, в принципе, если времени очень мало, то объем как бы заданий достаточно большой. Ну, начиная со второй недели. На первой там как бы все еще пока не так. Вот. Как проходил курс, было ли сложно? Ну, нет, сложно ничего не было. То есть, в принципе, вся информация, она, во-первых, да, очень полезная, конечно, вот, но, во-вторых, она не сложная. То есть, ее просто очень много. То есть, объем большой, а так, в принципе, вся информация доступна для понимания как бы каждому. Вот. Справлялся ли с домашними заданиями? Да, выполнил полностью все домашние задания, ни одного штрафного балла не набрал. С этим как бы проблем нет. То есть я думаю, что каждый может тоже не набирать штрафных баллов. Дальше. Чем именно помог курс в улучшении твоей игры? Какие слабые места он помог найти и устранить в твоей игре? Ну, понятно, что так как я не играл, то есть курс полностью построил мою стратегию с нуля. И теперь как бы я... Ну, самое главное, как бы то, что я для себя вынес, это понимать, что ты делаешь, и, собственно, теперь я понимаю, что я делаю. Многие вещи, конечно, еще до конца не изучены, не внедрены, но как бы в целом я понимаю, что я делаю, и в каждой конкретной ситуации, которая возникает, я знаю, что делать. А если я что-то не знаю, я знаю, меня как бы научили на курсе, что нужно там подтянуть, что нужно, чем нужно заниматься, чтобы как бы этот вопрос для себя тоже, ну, понимать. Вот. Какие результаты у тебя были до курса и после? Продемонстрируй графики. Ну, демонстрировать я не буду, ничего. Значит, до результатов не было. Во время курса я начал играть со второй недели, поиграл, получается, 3 недели. Вот. И по результатам у меня 0. В принципе, этим результатом я, можно сказать, что горжусь, потому что, объясняю, значит, информации на курсе очень много. То есть, по факту, этот курс рассчитан там на 2-3 месяца, должен быть рассчитан, для, как минимум для тех, кто как бы уделяет 4-5 часов в день. Потому что невозможно за один месяц внедрить всю информацию, которую дают. Но, как бы, понятно, что никто не будет возиться там с нами 2-3 месяца, вот, и поэтому я считаю, что самое главное во время курса — это не внедрить все, что дают, а как бы понять все, что там дается, то есть, чтобы
сможет задать все вопросы куратору, старшему куратору, там, тренеру Анатолию, тренеру Петру, ну, короче, все вопросы, которые непонятны, чтобы были решены. А потом уже после курса, в течение там, 2-3 месяцев, уже кто как располагает временем, можно всю эту информацию потихонечку внедрять. Вот. Соответственно, да, я говорил, что я горжусь этим результатом, потому что я не успел внедрить практически там 80% информации. То есть все, что я успел внедрить, это мне и дало вот этот результат, как бы держаться в нуле, учитывая, что там существует большой рейк, там все такое, то держаться в нуле — это не так уж и плохо, я считаю. Вот, поэтому внедрив 20% всей информации, я как бы нахожусь в нуле и этим горжусь, потому что дальше я буду внедрять всю оставшуюся информацию и однозначно как бы буду играть в плюс. Последний доволен ли ты тем, что прошел курс, целый месяц плотно занимался над работой над игрой? Ну да, конечно, я доволен, что я сюда пришел бы, если бы я был недоволен. Вот, от себя хочу добавить следующие моменты. Во-первых, вот по поводу видеоотзыва, то есть получается, какая система сейчас у нас, август 2020 года, то есть понятно, что там все меняется. Раньше у них были штрафные баллы, сейчас у них просто баллы. Ну, короче, суть в том, что за весь курс можно набрать максимум, я так понимаю, 219 очков. И прикол в том, что там много призов разыгрывается. Там банкроллы, $100, $200. Вот. И для этого нужно набрать 200 очков. Соответственно, если... последнее задание, вот это, собственно, которое я записываю, оно как бы оценивается в 20 баллов. И поэтому получается, что если выполнить полностью все 100% заданий на отлично, но не записать видеоотзыв, то получается, что будет 199 очков. Вот, поэтому как бы эта информация, мне кажется, которая должна быть открыта, вот, чтобы каждый об этом знал, потому что, ну, не все как бы согласны записывать видеоотзыв, поэтому чтобы не было потом каких-то разочарований, что все выполнял как положено, видеоотзыв решил не записывать, и в итоге набрал 199 очков и не участвуешь в розыгрыше этих призов. Это первый момент. Второй момент, который я добавил бы от себя, это по поводу этих стримов. То есть у нас было 5 стримов, хотя мы учились 4 недели, но у нас было их 5. И 4 из них это были записи. То есть по факту Петр был с нами только первый стрим, он с нами познакомился, там, как бы, ну, короче, провел вживую. Все остальные это были на записи. Я думаю, что эта информация тоже должна быть открыта, хотя нам никто не сообщил. Вот, я как бы сразу хочу сказать, что это никак не влияет на результат обучения, на результат игры или на что-то другое. То есть, понятное дело, что все это как бы, ну, короче, те же самые результаты будут однозначно. Вот, но тем не менее, это было немножко как, ну, удивление, то есть, что мы все как бы на втором занятии мы все собрались, и вот как бы мы видим, что это запись, и такой как бы небольшой неприятный осадок. Вот. Но еще раз повторюсь, что ни на что это не влияет. И мало того, если бы как бы мне сказали, что вот у нас будет один живой и 4 записи, то это бы никак не повлияло на мое решение, чтобы купить курс. Вот. Тем не менее, как бы думаю, что это было бы неплохо, если бы это была информация открытая. Вот. Поэтому как бы в рамках моего задания я в своем видеоотзыве этот момент как бы огласил. Вот. Что касается всего остального, как бы я могу сказать про ребят, про Pokerability, что они, как у меня сложилось впечатление, действительно хотят научить. То есть это как пример там в школе или в университете всегда найдутся преподаватели, которые как бы не поставят там тройку просто так, а они будут как бы вот требовать знания, да, ну, естественно, в школе это нам не нужно, чаще всего мы так как бы не понимаем зачем-то, а здесь мы сами пришли, сами попросили нас научить, и это как раз те ребята, которые действительно научат. Вот я как бы в этом уверен, потому что, ну, видно, как на стримах, на том же стриме, на котором первый, да, проводил Петр, он прям старается, он очень тщательно все разжевывает, как бы, каждый момент и делает акценты на очень важных вещах. В основном, самое главное, это, конечно, что нужно над игрой работать, это неоднократно повторялось за весь курс. Ну, и на записях тоже, конечно же, там все об этом говорится. Вот, все остальные кураторы, они все отвечают на любые вопросы. То есть, как бы, в принципе, есть такая возможность задать все вопросы, что куратору, что старшему куратору, что на форуме выложить, что даже вот есть там раздел специальный Петру задать вопросы. То есть, не останется ни один вопрос, который, как бы, ну, непонятен будет после прохождения курса. И это, я считаю, ну, огромным плюсом. И в целом, я курсом очень доволен, вся информация очень полезная, ее прям очень супер много, уверен, что этого вполне с головой достаточно для того, чтобы дойти хотя бы там до NL50, NL100, что я и сделаю в ближайшее время.
Вот, если, конечно, всю эту информацию понять и потом со временем всю эту информацию внедрить. Вот, поэтому я очень доволен. Все, ребятам большое спасибо. Пока.